Где бы вы думали, мы находимся вообще-то? Где, да, где да. можно застать вот такое вот красивое зрелище? Две радуги сразу. И я не где-то там, в супер-пупер туристических местах. Я нахожусь, между прочим, в супер-селе Раздоры, где это вполне обычное дело. Между прочим, две радуги, 3:15. У нас тут, понимаете ли, и не такое бывает. Но на самом деле, хочу сказать, что только вот когда видишь какие-то замечательные вещи, которые создает природа, смотришь на это вот с распахнутыми глазами ребенка и думаешь, до какой степени есть вроде бы простые, но красивые, красивые вещи. Смотрите, две, загадывайте желание, оно обязательно сбудется, а лучше два, потому что две радуги, поэтому лучше сразу два. А на всякий случай три, но что-то по-любому сбудется.